На пересечении улиц Павла Морозова и Радищева водитель служебного кроссовера протаранил машину хабаровчанки и врезался в забор. Под удар совершенно неожиданно для себя попала 27-летняя торговый представитель на аккорде, ездившая по рабочим делам. Хабаровчанка ехала со стороны центра города и собиралась на перекрестке повернуть налево, на Радищева. Шофер кроссовера двигался навстречу по второй полосе. Автомобилистка говорила, что пропустила всех встречных и начала маневрировать, когда потоку зажегся запрещающий сигнал светофора. Икстрейла она не видела. Откуда ехал другой водитель, автомобилистка узнала уже постфактум. Поворачивала на Радищева налево, дождалась светофор, уже горел мигающий оранжевый, все машины остановились. С какого-то непонятной стороны поехал вот мужчина на белой машине. Все, и так получилось. Вы его даже не видели? Я его не видела. 25-летний шофер кроссовера вез начальницу на совещание. Автомобилист уверял, что не пытался проскочить перекресток в последний момент и стоп-линию проехал на зеленый. Когда поперек его курса оказался черный седан, молодой человек попытался уйти от удара, но ничего не вышло. Светофор с моей стороны еще показывал 3 секунды зеленого сигнала. Получается, как только я уже выехал за стоп-линию, вижу, что девушка начинает поворачивать. Ну, я, чтобы избежать столкновения, получается, совершил маневр направо. Но избежать не получилось. Камеры видеонаблюдения опровергли слова шофера кроссовера. Линию светофора он пересек на желтый. Вероятно, уклоняясь вправо, молодой человек рассчитывал, что автомобилистка все же заметит опасность и резко остановится. Однако она продолжала движение, и это только усугубило ситуацию. Пострадавших в аварии нет. Виновником инспекторы признали шофера «Икстрейла». С места происшествия Ульяна Крамаренко, Анастасия Манина и Андрей Алферов.